большим серьезным партнером является наш университет, кафедра реабилитации, которая помогала нам в разработке материалов, связанных с подготовкой инструкции, так сказать, брошюры, которая бы позволяла людям понимать сущность нашего проекта. Я здесь очень благодарен, что и Олег Степанович, и все его сотрудники активно откликнулись и принимают действенное участие в этом. И волонтерский корпус университета, как говорится, нам в помощь в реализации этого проекта. ВУЗ, безусловно, очень активно включился в региональный социальный проект «Долг жизни». В настоящее время подходит к окончанию уже разработка комплексной программы, направленной на реабилитацию после COVID-пневмонии, а также профилактику ОРВИ и различных воспалительных заболеваний дыхательной системы. И вот в рамках апробации данной программы мы уже начали проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, в частности физкульт-минуток со студентами нашего университета. Мы составили небольшой комплекс упражнений, которые мы проводим со студентами на разных видах учебных занятий в режиме учебного дня. Противопоказания не специфические, они носят общий характер, касаются таких видов, как высокая температура, симптомы интоксикации, плохое самочувствие, лихорадка и так далее.